Всем привет, друзья, с вами Неломоб, и сегодня мы продолжим играть Goodbye My King. Кто делал репосты предыдущего видеоролика, если такие были, конечно же, то я их добавлю в видеоролик. А теперь нажимаем продолжить. На чем мы остановились? Окончили мы в прошлый раз на втором уровне. Ну, а сейчас у нас, по идее, третий на очереди. И куда нам двигаться, что нам делать? Камень. Ого, рисунок в этот раз под камнем. Книга, он читает книгу, что это может значить? Не знаю, пройдем мы ворота. Вот он сразу ходит вон там. Сразу ходит король. Здесь что, камнями все зарыто? Что происходит, куда мне идти? Он ходит у себя во владениях. Я вижу еще один рисуночек. Что это такое? Так, что это значит? Облако в крестик, ключ с лавой тоже там находится. Ага, один ключ в облаках, один ключ, скорее всего, в ведре каком-то. Так что ли подсказывают? Так, что это за двери? Закрытые двери. Нам нужно... Что это такое? Что такое-то такое? И ку... Сосед вон там ходит. Куда это покатилось? Что за шарик такой? Эй! Что это за шарик такой? Куда он покатился? Шарик, эй! Шарик, вернись! Так, непонятно, как это, что это такое было, но шарик какой-то покатился. Так, нам туда идти в главную. Главное помещение не рекомендуется, потому что он может нас ловить, а нам этого совсем не надо. Лучше полюбуемся на этого стражника. Так, куда? Вот сюда тихонько проходим. Почему здесь нету никакого... О, ведро! Ведро, но я его взять не могу. Мне нужно какое-то найти ведро, облако, ведро с лавой, что ли. Без понятия, как это. Ой-ой-ой-ой, он меня заметил. Он меня заметил. Ах, все, он меня сразу же уничтожил. Камень снова закрылся. Ведро с лавой. Вот какое-то еще ведро есть. Но это, по-моему, не оно. Фу, ну ладненько. Мы поняли, что сюда и можно, в принципе, пройти. О, вот он опять здесь. Ай-яй-яй, уходим, уходим. Убегаем. Ну уже быстрее, пожалуйста, быстрее, дай. Меня постоянно ловят камень, вы видите, как он постоянно закатывается сам. Что это за ступенечки, на которые мы не можем пройти? Так, вот он пошел туда, к себе в зал. Значит, мы можем, по идее, сюда проникнуть и посмотреть вот здесь. Все внимательней. Внимательней. Вот какая-то комната. Что тут такое? Что здесь мы можем похитить? Походу, ничего. Нож. Здесь ничего нету. Ну, хотелось бы... Морковка! Морковка, овощи, фрукты. Что хочешь покушать, можно погрызть. Где он? Так, какая-то штуковина. Горючая рыба. Раковина. Вот здесь, кажется, что-то... Нет, это просто блестит подставка. Ну, мы нашли какие-то двери. Только нас ими прихлопнуло. Заходим в двери. Что здесь? Еще одни двери. Не надо, пожалуйста, обратно. Мы можем спрятаться в шкаф, в принципе, можем спрятаться в шкаф, это радует. Нужно закрыть эти двери немедленно. Так, все, закрыли. Что у нас внизу? Пусто. Сверточки всякие. О, ведро. Похоже на ведро с жидкостью, только что было на картинке в самом начале. Пока что непонятно для чего оно, но мы запомним, что тут ведро какое-то есть с жидкостью на будущее. Так, надо все внимательно тут обследовать, потому что какая-то одна вещица может сразу решить исход игры. Итак, открываем эти двери. По-моему, его нету. Что здесь на столе у нас? Трон. Ложки, вилки всякие. Можем ли мы тут проникнуть в двери какие-то? Вот здесь есть какие-то еще двери подозрительные. Вот в них нам стоит и зайти. И лучше, конечно же, за собой двери закрыть, чтобы нас не поймали, не заметили. Давайте здесь все изучим. Что тут есть у нас? Вот присядем, откроем тумбочку. Ага, ничего нету. Я думал, здесь будет какой-то сюрпризик. На самом деле, пока что ничего. Непонятно. Где-то находится ключ. В каком-то облачке. Но что это за облачко, мне пока непонятно. Ух ты, портрет его. По-моему, здесь
ничего толком мы и не получим. Это просто пустая комната, в которой, возможно, могло быть что-то. Но ничего нету. Так, где он? Эй, ты! Ты где? Нету. Ключ! Есть! Мы похитили ключ, уходим. Ай, все, он нас уже словит, но зато у нас уже есть ключик. Это уже кое-что дозначит, то есть мы можем пробраться в новые двери. Это уже плюсик. Небольшой, но плюсик. Так, двери. Во-первых, здесь были первые двери, которые закрыты, помните? Так, но ключ сюда не подходит, значит, у нас ключ нет этих дверей. Мы помним про ведро. Конечно же, мы про него помним, мы про него не забыли. Двери. Здесь были какие-то двери, между прочим, или не были? По-моему, здесь ничего не было. Здесь это была тумбочка, которую мы не проверили внизу. Но мы... Ух ты, рыба! Рыба валяется, рыба! Это хорошо. Нам нужно найти еще какие-то двери. Которым подходит этот ключ. Либо же нам этот ключ нужно все-таки засунуть в ведро. Вот это. Что происходит? Вот, мы его макнули. И что теперь? Он стал в масле. Ага, ключ в масле, макнули. Окей. Соседушка, то есть король, мы тебя поняли. Теперь нам нужно, по идее, проникнуть обратно вон туда, наверх, если я правильно понял. У меня не словил этот король. Так, и используем ключ. Теперь он подошел, когда он в масле. Понятно, но лучше я закрою, пожалуй, за собой дверь. Могу закрыть? Могу или не могу? Нет, закрыли. Давайте, ух ты, еще одна записка. Что это значит? Нужна какая-то деталька для того, чтобы засунуть вот сюда. Понял, в принципе, суть загадки была понятна. Тут не хватает какой-то детали. Для того, чтобы это открылось, нужна... вот одной не хватает такой пигулки, такой таблетки. Хорошо. Давайте изучать, все искать, все надо проверять. Двое двери есть. Раз дверь, два дверь. Сначала пойдем налево. Надо все и... Ух ты, раздробленная бочка. Ножнички. Гвозди. Что здесь? Какая-то мастерская, точно. Смотрите, станок какой-то. Здесь он что-то делает. А, стульчики собирает. Делает себе табуреты. Понятно, я вас понял, товарищ король. Так, тут закрыто. От этих дверей у нас ключа нет. Скорее всего, ключ будет где-то в этой комнате. Так, а что у нас вот здесь? Пусто. Ладно, где-то в этой комнате должен быть ключ. Другой от той комнаты, если я правильно все понял. Суть загадок. Дротики. О, дартс, можно поиграть в дартс. Неплохо. Что тут еще у нас такого интересного? Ничего интересного, кроме как новых дверей. Поэтому мы в них сразу же... Тренажерка! У короля тренажерка. Сейф, стоп. Это что, сейф? Реально сейф. И написано 2-0. Как мне взломать сейф? Он закрыт. Мне нужен какой-то то ли ключ. Реально он качок, смотрите. Ух ты, картина. Мы можем снять картину. Гирю. Можем пробить сейф картиной. Ой, то есть гирей. Так, что я сделал? Зачем я взял гирю? Куда мне нужно поставить гирю? Закрыто. Но, стоп. Что за загадки? Непонятные загадки. Гирю мы взяли. Еще одну гирю взяли. Для чего мне две гири? Бумц. Две гири. Что мы можем с ними сделать? Где-то есть какой-то механизм. Какие-то кнопки, судя по всему. На которые мы поставим гири. И если мы туда поставим гири, что-то активируется. Что-то слишком много загадок. Вам не кажется? Слишком много загадок. Я не вижу, куда их можно приспособить. Куда их можно поставить, эти гири. Нету нигде никаких обозначений, никаких подсказок. Очень все странно, очень странно. Картина. О, кто это такая? Жена, что ли, его? Дартс, овечки. В книге никаких подсказок тоже нету. Но гири, для чего же мне гири? Вот же незадача. Куда же эти? Ну, давайте две. Возьмем гирю. Взяли. Он ее не бросает, он всего лишь ставит ее. Как-то все это странно, вам не кажется? Прыжок, мы можем хоть прыгать? Да мы и прыгать, по сути, не можем. То есть, а как мне тогда гири, куда еще их можно деть? Кроме как не сломать этот сейф, по идее бы.
Но если как-то сверху может поставить. Вот так, что ли? Да нет, это все какая-то ерунда. О, 32 килограмма. 32 килограмма. Весы. 32 килограмма. А сколько надо килограмм, чтобы... 32. А если мы 2 ставим, сколько? По идее, 64, да? Как-то надо что-то еще поставить, что ли, туда? Еще больше? Или найти какие-то другие штуковины? Что это нам дает? Хорошо, мы измерили, мы узнали вес. Ух ты, что-то есть. Пароль. 5, 2, 2, 7, 8. Пароль, мы нашли пароль. Закрыто. А где нужно было ввести пароль? Где-то... А, вот здесь же пароль нужно было ввести. Но у нас нету детальки одной. А где эту детальку найти? Очень все как-то загадочно. Очень загадочно и сложно. Деталька, ты где? Выходи. Эй, деталька. Где она может быть спрятана? Здесь ничего нету в этой тумбочке. А где на самом деле? Какая-то вот тумбочка. Нет, это табурет. Может быть, где-то в другой зале? Может быть, это я не заметил? Где-то не тут она находится совершенно? Или где-то все-таки здесь спрятана? Тут все как бы закрыто. Никаких подсказок нету. Двери могу закрыть. Ой, только не с этой стороны. С этой стороны. Вот так. Бомц, бомц. Что тут? Ничего нету. Где мне найти эту детальку несчастную? Ух ты, что-то было. Что-то было, рука. А, гиря еще одна. Опа, есть, открылась. Подсказка. Что он держит над головой? Что он держит над головой? Что-то светится. Над головой надо что-то держать. И все? Это все, что вы мне хотели подсказать? Ну, так нечестно. Я думал, там будет на самом деле маленькая эта штуковина, которой нужно будет ставить трансформатор, и благодаря которой я открою. Благодаря которой я открою. А где же она тогда валяется? 16 килограмм написано. Гири, гири. Я вас уже больше не могу забрать, верно? Или могу все-таки? А, только двери могу открыть, закрыть. Понятно. Мне нужно где-то найти маленькую детальку. Нужно все прочесать еще раз. Где же она? Где же маленькая деталька для трансформатора вот этого? Возможно, я просто где-то еще ранее не открыл где-то тумбочку и не нашел ее. Так, ну вот тут нету ничего. Не хватает просто одной детальки. Пароль у меня есть, ключ есть, все есть. А детальки маленькой нету. Но я сейчас еще здесь все хорошенько обыщу, в принципе. Все просмотрю сейчас. Возможно, где-то здесь она спрятана. Просто я не очень внимателен. Вот здесь, возможно, бы на станке можно было себе сделать такую детальку. Но, кажется, ничего здесь нельзя использовать. Выходит, мне нужно отсюда уходить сюда. Ой, не сюда. Где выход? Вот здесь выход. В цветке еще может быть что-то. Нет, тут ничего нету. Получается, мне нужно вернуться обратно и где-то здесь еще искать. Искать еще где-то деталечки. Деталечки вот эти вот. Маленькую штуковину для трансформатора. Но здесь все заколочено. Окей, окей. Это все понятно. Сосед, где ты? Вернее, король. О, заметил. Уходим, уходим, уходим. Возможно, нам удастся убежать. А возможно и нет. Не знаю, как знать, как знать. Прячемся вот сюда куда-нибудь. Оп-оп, и присядем. Ой, он меня заметил. Нет, он меня все-таки ногами побил. Где же эта деталька? Куда она запропастилась? Как мне ее найти? Я пока без понятия. Ну что ж, давайте все-таки пойдем по этому краю. По краю вот этому. И где-то здесь будем понемножечку шуршать. Он снова меня заметил. Ну ё-моё. Сколько можно? И как я тут... Ну, он меня сейчас побьет. Какой король злой, какой злой король. Ужас просто. Мне нужно как-то его обхитрить и найти маленькую детальку. Где она находится, я себе даже не представляю пока что. Он опять здесь, ну ё-моё, что он там вечно ждет? Видимо, когда он меня ловит, он остается на той же самой точке. Это нужно запомнить. Так, я, кажется, спрятался. Он меня все равно словил. Даже я спрятался в шкафу, он меня все равно заметил. Странный такой... Король,
Странный. Так, значит, он где-то там возле шкафа. Мы можем двинуться пока что вот сюда. Тут что-то... Опа, что это было? А, это просто мы можем открыть-закрыть, но ничего более. Понятно, понятно. Значит, уходим сюда. Здесь мы все просмотрели, все изучили, ничего не нашли полезного. К сожалению, здесь нигде нету этой маленькой штуковины для трансформатора. Детальки, детальки, нету детальки. Но я на всякий случай еще раз все просматриваю. Где сосед? Я король, то есть. Короля не видно. Не видно его нигде. Тут за столом может быть такая деталька где-то. В принципе, так себе просто лежит. Да и все. Но пока нету. Не вижу. По крайней мере, не вижу. Что тут? Тут мы, короче, ключ макали. Это я прекрасно помню, как мы макали здесь ключ. И получили то, что нам надо. Ключ стал... Ой, король. Лучше закроем. Так, давайте... А, шкаф. Двое дверей. Но он там ждет почему-то. Мы туда бы хотели бы очень проникнуть. В ту дверь, получается, к королю. Он тут еще до сих пор... Он снова тут стоит. Ну, ё-моё, что с ним такое? Может быть, он охраняет эту детальку там? Все может быть, все может быть. Ладно, тогда мы обойдем... О, он ушел, кажется. Ушел в другую комнату. Хорошо. Здесь мы можем теперь начать все обыскивать. Все обыскивать. А, в этих дверях я на него смотрел. Вот и тумбочка, еще одна. Пожалуйста, ну где же эта деталька? Нету детальки. Ищем, 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 где она может быть. Где она может быть? Пока что я не вижу этой деталечки. Маленькой детальки, на которой мы остановились. И заглохло, по сути, все наше прохождение. Так, ну, стоп. Что это такое? Орех? Для чего мне орех? Я взял орех для чего-то. Я достал орех, ребят. Орех. А могу ли я туда вставить орех? Вместо этой детальки в тот механизм? Да вряд ли. Но попытаться можно. Как-то это странно. А орех разве проводит электричество? Что мне с орехом делать? Куда мы его можем использовать? Пока не знаю. Ну, дали так дали. Будем, значит, что-то думать с орехом. Ну, что мы можем здесь еще и сделать такого-то? Тут вроде бы больше ничего и нету. Нам нужно все-таки двигаться, наверное, туда наверх. И там смотреть, высматривать что-то другое искать. Потому что здесь, судя по всему, мы уже все, что можно было, забрали. Но я еще на всякий случай просматриваю. Иду такое себе, все просматриваю. Цветочки вон вот валяются. Все, побежали наверх, наверное. Ага, это двери, вход в двери. Да? Тут ничего взять нельзя. Ничего взять нельзя. Все, мы пришли. И что? Орех, ты будешь вставляться? Да дело в том, что здесь даже нельзя ничего вставить. Посмотрите. Пароль закрыто. Пароль. Это как будто здесь... Как сюда, каким образом здесь вставить что-то, я не знаю. Оно просто неактивное. То есть мы не нашли детальку. Но зато мы нашли орех. Что мне с этим орехом делать? Без понятия. Так, ищем, 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 мы должны найти. Кто ищет, тот найдет. Так, пропали гирьки. Ух, качок, конечно, качок. Ну, понятно, понятно. Тут надо все прорыскать еще раз теперь. С этим орехом. Куда мне деть орех? Ключ, орех. О, вот оно. Видели, я вставил орех. Получается, в орехе был ключ. С помощью этого ключа мы откроем новые двери. Ага, что там будет? Заходим в новые... И вот мы нашли детальку. Вот здесь была деталька, вот это для нашего механизма. Для электрощитка, вот она, все. И пароль теперь у нас тоже есть. 5, 2, 2, 7, 8, Enter. Открываются двери, и мы проходим в лифт. Ну, поехали в лифт. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция, второй этаж, замка короля. Так, что нас тут ждет?
Ну, это уже второй этаж. Здесь, по идее, соседа не короля, то есть не будет. Так, что мы тут захватим? Ничего не захватим. Так, 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 так. Полочки. Полочки, полочки, полочки. Так, ага, все, мы пришли в его спальню. И, по идее, это уже концовка. Сейчас вот мы нашли камень. Отлично. И открылось эти ворота. Но я хочу еще на всякий случай тут посмотреть все. Возможно, где-то мы здесь найдем рисуночек. Еще один. Так, хотя нас король и ловил. То есть мы прошли не на 100% этот уровень. Но, тем не менее, неплохо справились. Все, смотрим. Нет, мы рисунки все поймали. И камушек нашли. Вот так вот мы прошли третий уровень. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Ниломоб. До скорой встречи. Пока-пока.